Центробанк выпустил монету, посвященную 550-летию Чебоксар. Она имеет номинал в 3 рубля и диаметр в 39 миллиметров. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной – рельефное изображение достопримечательности города Чебоксары. Драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города. Тираж монеты – 3000 штук.